Вот так вот в Западной Сибири селится гоголя в дупло. Вот видите, я вот даже не представляю, как он сюда попал, блядь. Но он, походу, здесь сдох, и он отсюда вообще выбраться не смог. Завяз, по ходу дела. А посмотри, там есть яйца или есть насижу. А, так это самец. Он просто помогал, наверное, самке. Стопудово помогал. Самке помогал яйца высиживать. И застрял, сука, в дупле. Да, ну мы вот ему палочку засунули в рот, чтоб это... проверить, живой он или нет. Ну, короче, я вообще не понял. Он, видать, вот здесь головой продалблюл, не смог выдолбиться. Вот, видите, понимаете, да? Да, понимаем. Блять. Ой, ему вообще чуть-чуть можно было, чуть-чуть. Ну, я много таких гнезд видал. Много? Таких гнезд много угадывал. Я их много на него дергал, этих гоголей. Они же дуплятники, по дуплам лазят. О, патроны не надо. Другой раз дырку заткнешь, нахуй, его там раз поймаешь, вытащишь за хвост. А вы егерем-то давно работаете? Ой, мы... Я с 3 лет уже ездил. У меня батька егерем работал, я езжу в крышу. Ага. Ну все, подписывайтесь на канал Fisherman Hunter. 60 лет уже егерем. 61-й год егерем работал. Входим, он полез. Выйти не может никак.